Всем привет, с вами Наташа Беларуси, я рада видеть вас на своем канале. Девчонки, я к вам сегодня с любимейшей темой, это, конечно же, белорусские новинки. Вот вы знаете, я не устаю удивляться производительности наших белорусских компаний декоративной косметики, учитывая то, что у нас их немного. Это кто у нас крупнейший? Люкс Визаж, Белор Дизайн, Рилуи, ну и Лило тоже. Каждый месяц я снимаю вам видео о каких-либо новинках. И знаете, если раньше белорусские производители часто опаздывали и не шли в ногу с тенденциями, то сейчас, как только входит в моду тот либо иной продукт, либо какой-то компонент, даже выходит там та же самая Белита Витекс, сразу же на белорусских полках в течение там 2-3 месяцев появляются точно такие же бюджетные аналоги. Именно о такой шикарной косметике у нас сейчас с вами и пойдет речь, потому что на моем канале в основной массе девчата только любители классной белорусской косметики. Все вы прекрасно знаете о соотношении цены и качества этих продуктов. Первым делом, собственно говоря, ради чего я и затеяла это видео, это вышли новые оттенки матовых тинтов. Сейчас я вам покажу свотчи, я покажу вам продукты крупным планом, расскажу вам свое мнение. Если вы хотите видео с макияжем, с этими новинками, то обязательно напишите мне внизу в комментариях. Вы прекрасно знаете о том, что я всегда прислушиваюсь к вашему мнению, и тогда я сниму, естественно, и макияж с этими новинками. Матовые тинты, они взорвали YouTube, они взорвали косметические головушки и душонки, потому что это действительно замечательный продукт. Уже огромное количество выпускается сатиновых, металлических, сияющих теней, а вот классных матовых теней мы с вами особо-то не встречали. Они либо нестойкие, они либо плешивые, либо не пигментированные, то есть, ну, будем говорить откровенно, и там парочка каких-то оттенков, то здесь у нас сейчас в линейке, если я не ошибаюсь, 10 или 11 оттенков у меня уже есть. На предыдущий цвета отдельное видео, там мы с вами макияж делали, и там я показала вам оттенки. Сейчас вышли оттенки от 107 до 110, 4 новых универсальных очень красивых цвета. Многие жаловались в прошлый раз о том, что им не хватило более темных оттенков для затемнения, потому что кто-то любит делать макияж только кремовыми продуктами. Пожалуйста, здесь у нас как раз таки 2 темных оттенка. Первый цвет у нас 107 цвет, Роуз беж, и это теплый, красивый оттенок, бежевый, с легким подтоном, посмотрите, чайные розы. Оттенок можно наносить как на все подвижное веко, знаете, такой light смоки делать на каждый день, так этим цветом будет очень круто и затемнять орбитальную складку века. Чем же эти тинты настолько полюбились и взорвали головушку бьюти-маньяков? Девчонки, они очень тоненько ложатся, они стойкие, они пигментированные, они замечательно растушевываются, их можно без труда вывести в кожу. Именно поэтому это реально бюджетная альтернатива тем же самым тинтам от Armani. Следующий тон номер 108, Grey Taupe, и это холоднючий серо-бежевый цвет. Самое главное, знаете, еще классно то, что эти тени, они на бежевой базе, за счет чего они очень круто растушевываются, как вот я вам и говорила, что их легко вытянуть в кожу. За счет вот этой вот бежевой базы. Учитывая то, что да, это серый оттенок и серые цвета, они часто бывают довольно-таки опасными, но этот цвет, он также утаченный. Им можно, кстати, оформлять бровки, если вы любите такие холодные цвета, без труда. Можно наносить на губы, если вы любите то, что было модно примерно год назад, да, трупные оттенки, или я немножечко умерла, как говорила Наталина. Номер 109, Soft Brown. Это более такой чуть-чуть посветлее, темно уже коричневый. Посмотрите, классный нейтральный коричневый. Для затемнения уголочка. Идеальный оттенок, смотрите, для более темных смоки, либо если вы хотите более насыщенный оттенок, и посмотрите на пигментацию. С одного мазочка у нас ровный классный сводч. И следующий оттенок 110 Dark Шоколад, темный шоколад. Здесь у нас уже, посмотрите, такой сложный коричневый, даже с каким-то, знаете, вот он с бордово-лиловым легким-легким подтоном, еще чуть более темно-коричневый оттенок, очень сложный, красивый цвет. Если давно что-то такое искали, то однозначно можете обращать внимание на новинку от Люкс Визаж. Посмотрите, какая классная растяжка оттенков. Ссылочку, кстати, на предыдущее видео и обзор этих теней я оставлю вам и в инфобоксе, и в подсказках. Обалденный продукт, 100% могу вам его порекомендовать. Далее Люкс Визаж расширили линейку их матовых стойких помад, мат тату. Они как-то мало, кстати, говорят на YouTube и не заслуживают
заслужено. Это прикольная формула. Они тоненько ложатся на губы, за счет чего они не настолько сильно, знаете, подчеркивают текстуру. Плюс они комфортны настолько, насколько могут быть комфортны матовые помады. Стойкие именно матовые помады. Здесь нам производитель заявил, что это 12 часов стойкости. Они на самом деле продержатся на ваших губах очень и очень долго. Даже после плотного перекуса, после обеда, эти помады продолжают жить на моих губах. Вышло их 6 новых оттенков. У меня 3 из них. 119 цвет у меня сейчас на губах. Это красивый такой тепленький бежево-коричневый потон. То, что сейчас как раз-таки супер модно и актуально. Вот эти вот ореховые осенние цвета. И смотрите, он достаточно светлый. Будет классно подходить на славянскую внешность. Очень освежающе смотрится. Учитывая то, что я вам не раз говорила о том, что коричневатые оттенки, они довольно-таки опасны. И часто эти цвета могут добавлять возраста. Далее, тон номер 123. Очень красивый. Посмотрите, какой пыльно-розовый оттенок. Опять же, довольно-таки светлый. И опять же, будет очень круто подходить на каждый день. И тон номер 124. Опять же, очень красивый, пыльно-розовый. Если, смотрите, если их сравнивать, первый, 123, здесь более холодный, и он чуть более светлый. А вот это вот 124, он уже более такой с розовиночкой. Если вам надо больше освежающий, то берите 124, розовенький оттенок чайной розы. А если хотите что-то более такое нюдовое, с лиловым, легким-легким лиловым подтоном, более светлый такой оттенок, то берите 123 тон. Мне также нравятся эти стойкие матовые помады. У них, кстати, есть идеальный красный, холодный, который не подчеркивает желтизну губ и смотрится на губах просто супер великолепно. Я теперь не покупаю свой любимый Nuba Millibachi. Еще одна новинка от Luxe Visage — это Pore Killer. Основа под макияж, корректирующая для заполнения пор и морщин. Я сначала думала, когда прочитала то, что нам заявляет здесь производитель, о том, что эта вещь будет затирать поры и морщинки, я подумала, что это будет классическая текстура, как знаменитая затирка пор от Benefit. Знаете, такое что-то типа разведенного такого крахмальчика, которым вы круговыми движениями затираете в поры, он закрывает эту порку, за счет чего сглаживает ее, да, блокируется выработка себума и сглаживается эта пора. Но когда я только в первый раз нанесла этот пор-киллер на свое лицо, я сразу же поняла, что текстура здесь совсем не такая. Она похожа больше на классический праймер. Я заглянула в состав, ничего криминального нет. Здесь силикон, они, кстати, не на первом месте. Это база на глицерине и воде основывается. Никаких спиртов тоже в составе у нее нет. Я сначала такая подумала, знаете, когда нанесла, такая думаю, блин, обыкновенная база, что значит пор-киллер, да, и где там затирка морщин и пор. Но, девчонки, она оказалась, это нестандартная затирка пор, имейте это в виду, она очень неплохо выравнивает рельеф кожи. Если у вас, конечно, у меня нет сильно расширенных пор, здесь, конечно, нужно попробовать на расширенных порах, но выравнивает рельеф кожи, если есть какая-то бугристость, если есть подкожники какие-то, знаете, кожа не такая ровненькая, натянутая, то можете обратить внимание именно на эту базу. Насчет того, что она стирает вам морщины, я этого эффекта от этой базы не заметила, сразу вас предупреждаю, потому что у меня уже есть вот здесь вот небольшие заломчики, я на одну часть лица нанесла эту базу, на вторую не наносила. И знаете, заломчики, они образовались как на одной стороне по истечению времени, так и на второй, поэтому по поводу морщин я не подтверждаю, а вот по поводу выравнивания рельефа кожи, знаете, кожа смотрится за счет вот такой вот выровненной текстуры, кожа смотрится очень красиво, дорого и холёно, поэтому если вам нужна выравнивающая хорошая основа под макияж, то выбирайте ее. Если вы ждете, что этот пор-киллер сотрет с вашего лица морщины, то тут, конечно, такого не будет. Также у меня здесь 2 новых оттенка металлических, очень красивых сияющих подводок от Luxe Visage. Они тоже имеют неплохое качество. Здесь у нас 2 оттенка супер универсальных. Тон номер 07, это такое холодное золото, очень красивый. Знаете, я не особо люблю серебристые подводки, а здесь именно такое холодное золотишко, будет круто и дорого смотреться. Я даже периодически эти подводки Metal Hype могла нанести на все подвижное веко, пальчиком вот так вот прибить, и они также круто смотрятся, знаете, как сияющие металлические тени. В качестве подводки они тоже довольно-таки стойкие, красиво смотрятся, если ими продублировать стрелочку. И второй оттенок, тон номер 08, знаете, он на такой серо-графитовой базе, и в составе у него разноцветные блесточки, они очень-очень мелкие, там, знаете, и золотистые, и какие-то фиолетовые блестки, и серебристые, смотрятся, опять же, очень симпатично. Если искали что-то подобное, можете обращать внимание на Metal Hype от Luxe Visage.
Также в этой коробочке у меня была новая тушь, которую мы уже с вами отдельно тестировали. Evolution. Супер объем, длина, умножение ресниц. Девчонки, мне очень понравилась эта тушь. Я не устану это повторять. Единственное, что у нее есть свой определенный нюанс. Я когда делала отдельное видео, об этом вам не сказала, потому что там был всего лишь второй раз, когда я ее использовала. Но у этой туши, да, очень необычная такая щеточка с шариками. И у нее довольно-таки большой ограничитель. Где-то после 3-4 применения на этой щеточке начинается выдаваться большое количество туши. За счет чего? Она, конечно же, дает вам хороший, уверенный объем. Именно тот объем, который я люблю, по килограмму, знаете ли, на каждую ресничку. Но если у вас коротенькие реснички, если у вас небольшие глаза, вам, скорее всего, такое не понравится, потому что на щетке выдается очень-очень много продукта. Плюс эта тушь, она сразу же имеет такую густую кремовую консистенцию, за счет чего, да, опять же, мы и добиваемся объема, но и она может вам из-за этого не понравиться. Но тушь классная, по стойкости замечательная, объем дает прям вот такой вот, и щеточка, мне эта фибра действительно нравится. И также у меня здесь еще было два оттенка, Lip Volumizer Hot Vanilla, у меня опять же было видео, где я вам показывала те цвета, которые у меня были в первой рассылке. Классные штучки, они довольно-таки неплохо так пекут губки, имейте это в виду, если у вас чувствительные губы. Многие девчата мне писали, что им вообще не пошло, потому что прям губы очень-очень сильно припекает. Но они очень красивые, да, за счет вот этого вот плампер эффекта, они разглаживают морщинки, и губки выглядят более такими ровненькими, за счет чего они смотрятся более сочно. Прикольная тоже новинка, очень универсальные классные цвета, и если любите именно такие продукты, опять же, можете обращать на Люкс Визаж. Вот все, девчат, все новинки, с которыми я хотела вас познакомить. Если хотите отдельный макияж, обязательно пишите внизу в комментариях. Всем огромное спасибо и пока-пока.